испанский, немецкий. Поэтому, если вы заинтересованы, добро пожаловать на мои классы, уроки. Я сейчас нахожусь на Тенерифе. Я живу в караване, можете посмотреть, примерно парковочка. Сегодня денёк такой пасмурный, так сказать. На уроках мы можем с вами практиковать различные диалоги, фразы, слова. Я могу проверять у вас домашние задания, потому что я понимаю, что у вас нет возможности заниматься каждый день по 3 часа с репетитором, поэтому вы можете заниматься 1 раз в неделю, в течение недели заниматься самостоятельно. Я у вас буду все проверять, насколько вы выучили слова, что вы прочитали, вы мне будете рассказывать, что вы посмотрели, фильмы на испанском, книги на испанском, статьи. Вот. И буду давать вам домашнее задание на следующей неделе. Или вы мне будете говорить, я обязуюсь, что я вот это вот выучу, это прочитаю. И для вас будет как таким контрольным пунктиком, что у вас встреча каждую неделю с репетитором, что обязательно нужно к этому дню что-то сделать. Вот. Ну, если хотите, могу вам сказать пару фраз на испанском. Hola, mi nombre es Verónica. O Victoria, como quieres. Yo vivo ahora en Tenerife. Yo estoy viviendo aquí desde, no sé, el año 2014. Yo estudié aquí en la Universidad de La Laguna, en Facultad de Educación. Me gusta mucho hablar los idiomas. Yo puedo hablar español, ruso, inglés. Aquí yo hago también clases de ruso para la gente que está interesada, porque aquí hay muchos turistas de Rusia y la gente aprende ruso para trabajar en los hoteles o restaurantes. Y también yo hago clases de español para los rusohablantes, porque los rusos quieren migrar en España o viajar en España. También. Por eso yo estoy esperando a todos los estudiantes que quieren aprender cualquier idioma, ruso, español o inglés. Y vamos a practicarlo. Vale, muchas gracias por tu tiempo. Te espero en las clases. Te amo.